ضياء منه القمر يستحيي كل النساء تود أن تكون مثلك يا عيشة بنت أبي بكر حبيب رسول الله فازت بقلب خير المرسلين في العلم فاقت علم كل العالمين خبر جليل. Я ожидаю, что этот вечер, иншаллах, пройдет на самом высоком уровне. Иншаллах, все люди, наши братья и сестры, останутся довольны. Очень скоро мы начнем. Я думаю, это будет очень трогательно, это будет очень красиво, это будет масштабно. Мустафа, Мустафа, манбау лиссафа, сайиду л-анбия, мишалун фил-вафа, кана фи атфихи, лиль-ятама дифа. Мустафа, Мустафа, манбау лиссафа, сайиду л-анбия, мишалун фил-вафа, кана фи атфихи. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك ماذا أقول يعني المنظر والمشهد يتكلم عن نفسه الحمد لله هذا مظهر ومشهد أنا أول مرة أراه في حياتي وأنا سعيد جداً جداً بهذا المنظر في داغستان إن شاء الله نتقابل مرة أخرى بإذن الله تعالى السلام عليكم спасибо организаторам за такой красивый вечер все-таки дагестанцы любят наши идеи все ребята постарались когда тысячи людей читают вместе салават и восхваляют пророка алейхиссалату вассалям и призывают к благому чистому, искреннему. Вот это самое главное, это и есть счастье для нас. Сегодняшний вечер собрал огромное количество зрителей, участников. Подобные мероприятия приносят огромную пользу для объединения нас, укрепления нашего братства. يا مصطفى مصطفى يا نوراني نور الله То, что читали пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, салават, вот это прям атмосфера чувствовалась. Ну, я скажу, мы 15 лет на сцене, но вот такого мы еще никогда не видели. Альхамдулилля, что это у нас в Дагестане, альхамдулилля, что мы дагестанцы, что мы любим пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, так. На самом деле, альхамдулилля, очень все прекрасно прошло, замечательно. Всех поздравляю, всех хочу поблагодарить, начиная Умра Хадж, Фонд Инсан, Нашидул Ислам, Мухаммад Тарих, который приехал поддержать нас. Всем огромное спасибо, иншаллах, еще в следующий год еще лучше сделаем. Иншаллах. Желаю искренне всем, кто здесь присутствовал, самого-самого наилучшего здоровья, всех благ. И от всего коллектива Анжи Арены благодарим вас за участие. За такое прекрасное выступление всех братьев, которые здесь выступали. Данному мероприятию, а именно к вечеру благословления, мы готовились условно уже несколько месяцев. Это команда благотворительного фонда «Инсан», команда проекта «Умра Хадж». Общими усилиями мы планировали проведение такого мероприятия. Изначально мы думали, что мы сможем собрать около 5-6 тысяч человек, но мы предполагаем, что сегодня присутствовало практически вдвое больше людей. Хочу отметить то, что данное мероприятие было не только вечером нашидов или вечером благословления, это он имел характер благотворительный тоже. Буквально в ближайшие несколько дней мы отчитаемся перед теми людьми, которые сегодня присутствовали. Как мы говорили заранее, то, что часть средств, привлеченных за счет продажи билетов, они пойдут на покупку медикаментов, перевязочных материалов для тяжелобольных детей, для детей барачек. Еще громче, дорогие братья и сестры. Вместе! Хотел, чтобы еще было.
Мне тоже очень понравилось, я не хочу уходить. Мне очень понравилось. Маша, он вообще почти все спал. Нам очень понравился сегодняшний вечер. У меня аж мурашки были на теле. А больше всего понравились проповеди, обращения потомков пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и нашиды. Все понравилось, очень все хорошо. Все налажено так красиво. Спасибо этим организаторам, спасибо этим нашидуль ислам, все это организаторам тоже спасибо им, дай им здоровья, счастья. Мне очень понравилось, я на таком мероприятии впервые, но мне очень понравилось, далее тоже не хотим пропускать, будем посещать, иншаллах. Впечатления тоже остались, надеюсь, побольше будет таких у нас мероприятий. Очень классно, такие эмоции. Все было очень хорошо организовано. Очень понравилось, особенно когда все вместе с трибуны читали салават. Дай Аллаху Тааля, чтобы Всевышний принял, конечно, от каждого все, что делается и для фонда «Инсан», и все, что делается «Умрахач», то, что помогает, чтобы вот этот проект «Умрахач», чтобы он дальше тоже так же развивался, и чтобы масштабы стадиона нам, чтобы не хватало. Все, как говорится, прониклись, наверное, к любовью к пророку, алейхиссалату вассалам. Это больше укрепляет людей, это больше объединяет. Ой, вот этот салават, больше всего понравился вот этот салават, который мы все вместе читали. Дай Аллах, чтобы мы, каждый, кто вот сюда приехал, что получил баракат от этого маджлиса. Мне очень понравилось все то, что тут происходило. Особенно понравилось нашиды, нашиду ислам. Отличное мероприятие, отличный маджлис. Все было хорошо. Если честно, я столько даже людей не ожидал. В чтении салавата принимали участие? Да. Кричали мы же. Можно, пожалуйста, фотку хочу сделать, пожалуйста. Больше понравилось, когда исполняли наши люди, потому что мне, когда я в первый раз услышал своего дяди нашу, мне он понравился. И поэтому я каждый раз, мне нравится нашу дослушать. Или... 600 людей собрались и пожаловался к нам гостям, Мухаммад Тарик, и исполнил новый нашид всему, да, и сделал для нас подарок. Спасибо ему большое и вам. Все шикарно прошло. Больше всего, наверное, когда салават читали и фонари включали. Ну, я сама в первый раз на таком мероприятии, поэтому для меня все прошло идеально. Также особенно понравился момент, когда мы читали вместе салават на пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассаляма. Чувствовалось, как сплотилось 1000 людей. Просто, братья и сестры, все было прекрасно. Такого маджлиса я еще не был просто. Алхамдулилля. Душа как бы отдыхала. Надеюсь, что будет еще в дальнейшем, и гости, которые приглашают, Мухаммад Тарик тоже очень вдохновляет. И наши местные дагестанские наши исполнители тоже не уступают. Ну, было очень хорошо, не хотелось, чтобы заканчивалось. И очень было приятно, что вы ведущие. Всегда люблю, когда вы ведете. Не хочется, чтобы другие ведущие были у вас. Как у вас никого не получается. Это был бенефис. Любим мы тебя.